Много что-то говорит. Да. Уважаемый Игорь Ворона, значит, исходя из Библии, исходя из Международного пакта о гражданских и политических правах, исходя из Европейских конвенций о правах человека, все люди равны. Да. Они равны перед Богом, равны перед законом. Тем не менее, в 21 веке, в начале 21 века, реально такая дискриминация существует. Исходя из моего опыта пребывания в тюремной системе Молдавии, все заключенные негласно, неявно делятся на несколько каст. Де юре этого разделения нету. Де юре все равны. И вор в законе, и обиженные, и нет, они все равны. Такова официальная позиция департамента, Министерства юстиции и так далее. Да. Значит, они отрицают. Исходя из вашего опыта, что вы можете сказать по этому? Хочу отметить, что да, действительно, Библия говорит о том, что мы все свободные люди, и все вправе выбирать добро или зло. Ну, как видите, как понимаем из практики земной, многие люди попадают в тюрьмы, потому что делают свой выбор. Дело в том, что как помощник капеллана по тюрьмам Молдовы, я имею опыт общения с осужденными, и, как вы верно сказали, там действительно существует негласная дискриминация. Но администрация, скорее всего, не признает это по нескольким причинам. Первая причина – то, что это неудобно официально. Ну, а вторая причина – на самом деле им так удобно. Человечество давно пошло по пути наименьшего сопротивляемости, и поэтому, когда речь идет о дискриминации в тюрьмах, то администрация многих тюрьм идет по наименьшему пути сопротивляемости. Почему? Почему выгодны в тюрьмах касты самые низкие, как их называют, отверженные, обиженные? Выгодно по той причине, что в таких случаях администрация не борется с системой, с сильными мира того, с так называемыми авторитетами. И тогда они просто возлагают на этих авторитетов практически всю хозяйственную эту часть, которую уже выполняют по сути своей так называемые отверженные, или как их там называют, обиженные. Выгодно ли это им? Очень выгодно. Это один из таких моментов, который я вижу ту подоплеку этой природы дискриминационной. Но есть еще один момент, который, к сожалению, он присутствует. Это пассивный и активный гомосексуализм, который распространен в тюрьмах. В этой системе женщин нет. И, к сожалению, огромное количество осужденных, слава богу, не все, но огромное количество осужденных, которые считают себя авторитетами, они занимаются практически, настолько деградировали, что занимаются гомосексуализмом. И занимаются это с теми, которых называют отверженными. Но не все отверженные подвергаются таким жестоким опытам, по-другому это не называть, и простите, в камеру не могу говорить вещи, которые могут просто-напросто травмировать уши слушателей, сердца слушателей, но знаю, что множество из этих осужденных просто не хотят жить. После того, как их ломает система, многие из них пытаются покончить жизнь самоубийством. И некоторые из них действительно погибают. Кто вешается? Но в основном они вскрывают себе вены и уходят из этого мира с очень, даже не хочу представлять себе, с какими мыслями, с каким горем они уходят из этой жизни. Администрация, скорее всего, такие вещи покрывает, не открывая настоящую сущность проблемы. Просто говоря, человек сломался и покончил жизнь самоубийством. Но система, которая царит в тюрьмах, это в полном смысле этого слова зло, которого я еще нигде не видел на земле. Война мне еще понятна тем, что там какие-то геополитические интересы, какие-то там интересы экономического характера, где хочет кто-то иметь больше, чем другой. И захват, войны, это еще логически можно понять. Но в тюрьмах понять
что в 21 веке процветает такая дискриминация, где люди, состоящие практически из того же, из чего состоит любой человек, и более вам скажу, люди-преступники, которые, в принципе, осуждены за злодеяния и помещены в одинаковые условия, и в этой же системе процветает, не без помощи администрации, тюрем, процветает эта дискриминация. Это просто большой позор. В частности, для Республики Молдова. Все. Андрей Барри, что бы вы предложили взамен этой системы? Ну, очень Или много. В улучшении этой системы, да. Скажем. Есть очень много моментов. Чтобы просто понимать, в основном в эту касту обиженных, отверженных, попадают очень молодые люди. Слабые, не сильные. И обычно это ребята, которые попадают по первым преступлениям, как говорят, по малолетке. Они попадают в тюрьмы, попадают в жестокие очень условия, где царит, как я это называю, царство сатаны в полном смысле слова. Ну и там начинается ломка. Этих ребят молодых ломают. Но для того, чтобы не допускать подобные вещи, чтобы молодые не попадали сразу в тюрьмы, нужно создать какие-то альтернативы. Какую-то систему, где молодой человек бы мог бы не попасть в тюрьму, а в какой-то реабилитационный центр, который мог бы помочь этим молодым исправиться. И это реально, потому что, простите, имею право на такое заявление, так как с 99 года возглавлял и по сей день являюсь организатором, человеком, который создал реабилитационный центр для малолетних детей, для беспризорников, для сирот. И основная часть из этих, так скажем, малолеток, этих молодых людей, это были практически преступники, которые воровали, которые занимались наркотиками, распространением наркотиков, проституцией, простите меня, в том числе и мужской, то есть мальчишеской практически. И имею право так рассуждать. Мы дали шанс этим людям, это более 88 детей, которые прошли через детский центр, и только один из них попал в тюрьму. Это для меня большой, считаю, результат. Нет альтернативы, будет жестокость. Спасибо. Процветающая тюрьма. Спасибо. Давай. Пожалуйста. Я не считаю, что вся администрация пенитенциарных учреждений заинтересованы в том, чтобы был этот беспредел с отверженными, с дискриминацией. Я думаю, что это просто уже с царских времен, российских царских времен, эта система живет и, к сожалению, процветает. С этой системой тяжело работать многим, учитывая, что сейчас во многих пенсионных учреждениях поменялись люди, много молодых. Эти молодые люди, возможно, хотели бы бороться с этим, но им тяжело. Но думаю, что в самом департаменте пенсионных учреждений есть, я знаю таковых людей, которые борются с этим. Им совсем невыгодно иметь ту ситуацию, которая сложилась у нас в Молдове, в тюрьмах, в колониях. И им выгодно по причине того, что они хотели бы, чтобы и Европа, и Запад, и вообще весь мир понимал, что в Молдове все-таки пенитенциарное учреждение – это учреждение, где людей воспитывают и исправляют. Конечно, эта борьба будет еще идти не один год, и дай Господь, чтобы люди, которые хотят это, и люди, которые имеют на это полномочия, чтобы могли победить эти старые жестокие устои. Уважаемый Игорь Боронов, вы часто ходите в тюрьмы, оказываете реальную помощь им. Слава Богу. Как реально вот ваш вклад в устранение этой дискриминации, которая в самом деле... То есть, что лично сами делаем, да? Ну да. Хорошо. Ну, первый момент, который, чтобы вы просто понимали. Существует система, в которой касты имеют определенные какие-то, будем скажем так, плюсы, минусы, уже это не важно, да, скажем так, без подробностей. Но один из таких моментов очень интересный, что с отверженными, с самой низкой кастой, никто не имеет права поздороваться за руку. Потому что поздоровавшись с ним за руку, или там обняв его, или не дай Господь там взяв его чашку, ложку в руки, что-либо, то сделавши это, сразу становится автоматически отвержен. Это очень большой страх для многих. Когда я пришел в первый раз в тюрьму как служитель церкви,
то все стали мне тянуть руку. И я сказал: скажите, а если придет сейчас сюда отверженный человек, и я с ним поздороваюсь, вы после этого со мной поздороваетесь? Нет, ответили они. Я говорю: в таком случае большая просьба к вам. Не тяните ваши руки. До тех пор, пока у вас живет этот страх, до тех пор, пока вы живете по этой системе, я не буду вам протягивать руку. И вы не тяните. Здесь дом Божий. Здесь посольство Бога, посольство добра в этой тюрьме. И поэтому здесь другие законы. Когда вы придете к этому, вы тогда протяните мне руку. Вот такой метод, который очень серьезно стал действовать на умы многих ребят. Стали приходить обиженные, отверженные на собрания, слышать Слово Божие и, соответственно, менять свою жизнь. Есть опыты, когда отверженные принимали крещение, принимали вечерю Божию, это, чтобы вы понимали, еще и много омывания, как у нас принято в церкви, по-библейски, и освобождались, великолепно сейчас живут, имеют семьи, и начали новую жизнь, как любой другой человек во Христе. Вот так. Спасибо.